известная, удивительная, уникальная в иудаизме требование, именно требование в Талмуде, которое формулируется именно так. Хаев одам левсубы бепурия, ашло явдил бен барух Мордехай ва арур гаман. Арур гаман и барух Мордехай, в другом порядке. Да? Человек обязан напиться в Пурим, пока он не перестанет различать между благословен Мордехай и проклят Аман. Вам трудно себе представить количество литературы, которое было написано на эту фразу, на это требование Талмуда. И как бедные евреи, которые, в принципе, так сказать, если они не выходцы из бывшего СНГ или бывшего СССР, как хотите, из славянских стран, как им претит пить до пьяна? Насколько это аномалия, так сказать, в иудаизме, ни в один праздник. Везде сказано, что надо пить. Да, везде сказано, что надо пить, в каждый праздник. Благословляют на вино, да, пьют вино, это вино возливали на жертвенник, вино веселит сердце человека и так далее, и так далее. Но напиваться – бред. Невозможно. И тонны литературы написано, в каком смысле пить. Да, что надо пить так, чтобы не пить, там и он называет, ну, как обычно у евреев. Мы любим умничать. Но есть один ключ к Пуриму. Это понимание того, что ты пьешь, чтобы перестать использовать свое сознание как критерий добра и зла, как критерий правильного и неправильного. Да? Есть Бог. Хорошо то, что Бог назначил хорошим, плохо то, что Бог назначил плохим. Это единственный объективный критерий. Все остальное – это твои оценочные суждения, которые, исходя из твоего же жизненного опыта, должны говорить о собственной незначительности. Вспомни, сколько раз ты ошибался. Да, вспомни как часто ты не прав в своей оценке, в своем видении, в своем понимании сути. Ты пользуешься своими мозгами как критерия, а это не работает. У тебя, может быть, и не всегда хватает ума понять, насколько твое сознание не может быть критерием хорошего, плохого, добра и зла. Насколько твое понимание не должно определять твое отношение. Есть выраженная воля Бога, и это единственный критерий. И тогда ты начинаешь понимать самый важный урок Пурима. В том, что между благословен Мордехай и проклят Аман действительно нет разницы. Что это две стороны одной медали. Что благословение праведных – это и есть проклятие злодеев. Как и проклятие злодеям – это и есть благословение праведникам. И что все это исходит из одного источника. И ты начинаешь понимать еще одну фантастически важную вещь. Что Аман, тот самый злодей Аман, который хотел уничтожить весь мой народ, народ Мордехая, чтобы нас просто не было. У него были последователи, в том числе знаменитые. Но тем не менее, он был, так сказать, идеолог, знамя, символ. И вот этот символ, символ зла, Аман Гараша, Аман, о котором сказано в Галахе,
И это еврейский обычай, что его упоминание о нем сопровождается. Есть специальная галаха, что нельзя читать, когда бьют Амана. Есть обычай бить Амана, что когда читает Мегилат Эстер и упоминает Амана с его титулованием, что Аман Раша, Аман такой Агагитом и так далее, когда Аман упоминается с какими-то эпитетами или какими-то дополнительными определениями, в этот момент надо стучать, надо бить, да, Аман, бить Амана. Мы до сих пор пытаемся с ним воевать символически, вот, даже во время чтения Мегилы. И надо останавливаться далее. Это обычаи зафиксированы, так сказать, приняты во всех еврейских странах России. Так вот, этот Аман-злодей, ненавистник, он посланник Всевышнего, такой же, как Мордехай. И без него не было бы у нас не только праздника Пурим. И не надо мне вспоминать старый еврейский анекдот о том, как Гитлер спросил у астролога, когда я умру. И тот ему сказал, вы умрете в еврейский праздник. И тот ему сказал, а какой? Он говорит, неважно, когда бы вы не умерли, это будет еврейский праздник. Да? Так это, не только потому, что его срыв его планов и его гибель – это еврейский праздник. Но произошло много хорошего в Пуре. И тома партийных книжек наших, еврейских партийных книжек, написаны о том, как евреи встряхнулись и приняли заново Тору по своему выбору. И как это способствовало единению евреев. И там и так далее. И вокруг этого сколько хорошего открылось благодаря этому низкому подонку. И когда об этом никто никогда не думает, что Амана Роша от всего сердца до самозабвения, ненавидевший все связанное с этими жидами, он посланник Божий, который, из-за которого потом появилось у этого народа много светлого, хорошего и радостного, включая пирожки Гомен Ташен, которые моя бабушка называла Гомен Амена Ухе, уши Амана. Да? Потому что на самом деле идея Пурима в напоминании нам единства мироздания и единства Бога в этом мире. Есть удивительный закон, совершенно уникальный, опять-таки, в Пуриме так много уникального, уж поверьте мне, дураку. Есть во всем еврейском народе, есть два обязательных чтения. Это чтение свитка Торы. Да, три раза в неделю, один раз полную главу, один раз как начало главы недельной. И свитка общественная, да, в присутствии 10 евреев. И есть единственное еще чтение с благословениями до и после, принятое во всех еврейских общинах. Есть отдельные обычаи в других разных общинах. Я не хочу сейчас влезать в галахические аспекты. Мы можем уйти в каждой моей фразе, мы можем уйти очень далеко в ее анализе. И будет о чем поговорить. Такая у нас удивительная Тора, такое у нас удивительное наследие, что практически на каждом тезисе, который я вам сказал, можно построить очень-очень-очень серьезный и важный разговор. Но что я пытаюсь сказать? Есть обычай читать, обычай, закон читать Мегилат Эстер два раза в Пурим, вечером и утром. И есть чтение Торы. Это два чтения, которые предваряются благословениями до и после, которые требуют определенных условий и так далее, и так далее, и так далее, оформленные законодательно, как общее требование. Все остальные подобного рода случаи, они специфичны для тех или иных общин и не являются всеобщим достоянием. И вот.
когда читают свиток, то мы обязаны слушать это чтение. И тот, кто зачитывает, он зачитывает от имени всех. Но если я отвлекся, и в середине этого чтения что-то сказал своему сыну, там перемолвился с ним или с соседом, просто задумался и перестал слушать, отключил сознание и так далее, то нигде не сказано, что это отменяет мое слушание, что оно его делает недействительным. Да? То есть понятно, что в идеале надо понять и услышать каждое слово. Но если это не идеально, то свою ответственность, а свою обязанность. А вот когда речь идет о свитке Эстер и о чтении вот этого свитка, заповеданного свитка. И это, кстати, стоит знать вам, несмотря, я имею в виду сейчас евреев, у которых это религиозная обязанность слушать чтение Мегилат Эстер. Есть удивительный закон, что если ты пропустил хотя бы одно слово, ты должен потом слушать это все заново. Что в Мегилат Эстер, в свитке Эстер, каждое слово, я подчеркиваю, каждое, должно быть услышано. И поэтому так... У меня дома был всегда обычай, мы был из синагоги возвращались домой, и я своей жене и детишкам, я сам читал Мегилу, чтобы было каждое слово, чтобы точно знать, что все в порядке. Потому что в синагогах очень много отвлекающих факторов там и так далее. Но не у всех есть Мегила, не все могут себе ее прочесть и так далее. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что если ты не прослушал, то ты не выполнил свою обязанность. Ты должен услышать от начала до конца, не понять. Удивительно, не понять, услышать. Но с не понять еще можно понять. Я только что говорил, что не надо опираться на свое понимание. Ты должен принять. Как говорили у нас, когда я был молодой, я учился днем в ешиве, а ночью я был воспитателем в другой ешиве для подростков. У них там 60 гавриков в возрасте там, с 13 до 16 лет. Можете себе представить, я должен был их уложить спать, а утром поднять и следить ночью за порядком. Моим врагам такое счастье. Да, так сказать, вы не понимаете, что такое 60 подростков, да, которых и ты там ходишь, их самое, дисциплинируешь. Если бы это были бы не еврейские дети, я думаю, я бы покончил жизнь самоубийством или умер от нервного истощения через неделю. Но это были еврейские дети, поэтому я выживал, но с трудом. Да? Теперь, я когда приходил днем в ешиву учиться, очень часто это заключалось в том, что я падал головой на книжку, и особенно никогда не сам учился с кем-то активно, а когда был урок, и мне надо было слушать раввина. И раввины обычно говорят не эмоционально, да, они там что-то читают, там что-то бурчат. И под это бурчание я, естественно, вырубался. Так сказать, типа, после того, как я ночью не спал. И мне потом рассказывали, что мои соседи пытались меня увидеть, так сказать, мое состояние, они меня будили. И раввин, рабби Аврум Цви Коэн, который, так сказать, вел это занятие, он говорил, оставьте его, душа слышит. Душа слышит. Не трогайте, он я жалел, как видно. Но это факт, да, душа слышит, это надо слушать, это надо воспринимать. Ты не все можешь понять. Ты по определению не все можешь понять. Господи, перестань, не льсти себе. Да, ты не все можешь понимать. Поэтому задача слушать.
Но слушай, ты должен от начала до конца. Иначе ты не выполнил свои обязанности. Почему такое удивительное, почему такое отношение к Мегилат Эстер, к чтению Мегилат Эстер, свитка Эстер? А потому что на самом деле весь этот свиток, он безбожный. Там ничего религиозного. Вообще ничего. От начала до конца. Пьянство, борьба честолюбий, интриги. Да? И все. И так тебе с большим количеством деталей рассказывают историю, историческую хронику с инсайдерскими какими-то заходами, но тем не менее историческая хроника. И если ты что-то учил, то ты начинаешь понимать, как каждый элемент там работает на достижение замысла, на реализацию божественного замысла. Как там каждая деталь, каждый упомянутый штришок, он на самом деле объясняет тебе что-то из вот этого вот плетения, которое образует ткань бытия, которое на самом деле реализует божественный замысел. В каждой идее, это же фантастика. То, что мне пишут, вы не видите мои библиотеки, у меня много книжек. То, что вот в всех этих книжках пишут, чтобы объяснить, тебе говорят, ну слушайте, когда тебе вот это вот вынимают, оформляют, формулируют, комментируют и выдают, ты еще что-то понимаешь. Но когда ты в жизни, ведь все это тоже там. Вот все, что ты читаешь в этих умных книжках, это же всегда, все время, во всем. Реально так. Но ты же никогда в своей жизни, за исключением редких случаев потрясений или глубокой медитации, ты никогда не видишь в своей жизни, как все работает на замысел, как маленькие вещи, незаметные, неотслеженные, складываются в твою жизнь и ведут тебя куда-то. И если любой из этих элементов, незаметных, непонятных тебе. Этот опоздал на автобус, да, этот встретил друга и услышал новость, это там. Если какой-то этот элемент абсолютно случайно с твоей точки зрения, абсолютно неважный, совершенно неинтересный в любом описании, комментарии и так далее. Но если любой из этих элементов выпал бы из картины, то вся картина бы сложилась иначе, и все было бы иначе. Неужели ты не понимаешь, что вот это вот все, весь твой мир, это и есть то, что тебе написано в этих святых книжках? Астер Астер Панай. Что такое Мегилат Эстер? Слово Мегила – это свиток, но оно производно от слова легалот, да, раскрыть. Эстер – это имя. Но оно однокоренное, оно производное от слова легастир, спрятать, скрыть. Мегилат Эстер, свиток Эстер, раскрытие сокрыто. Это то, на чем мы стоим. И это удивительно жуткая ситуация, когда тебе показывают в этом свитке неумение видеть собственную жизнь и реальность, в которой ты живешь.
Потому что так же, как там, ты не видишь Бога в происходящем и реагируешь на условия, а оно там все есть, оно там все внутрях, и все работает, и все на своем месте, и живешь ты свою жизнь, та, которая является, да, результатом всех этих факторов с учетом твоих внутренних. И ты никогда не живешь чужой и не занимаешь чужое место. Какое бы место ты ни занимал, оно твое. И это надо понимать. И об этом Пурим. И об этом говорят тебе, что ты должен пить. Почему? Потому что когда ты пьешь, у тебя мозги начинают хуже работать. И больше вылезает твое естество. Как сказано, них нас яин, яйца сок. Входит вино, выходит тайны, да, то есть скрыто. Так написано в Писании. И ты обезоруживаешься. Ты теряешь над собой власть. И тогда получается, что ты становишься, ты перестаешь быть актером. Ты становишься собой. Иногда это ужасно неприглядно. До такой степени неприглядно, что Галаха говорит, что тот, кто о себе знает, что его истинное лицо будет пугать окружающих, не надо пить. Людей жалко. Они ни в чем не виноваты. Но это лезет в твое истинное лицо. Такое, как ты настоящее. Потому что Пурим – это праздник настоящего. Которое не маркировано религиозным. На святости не стоит надпись «святость». На грехе не алеет предупреждение «грех». И вот это вот все то, что складывает твою жизнь, все эти непривлекающие внимания мелочи, они и есть настоящая жизнь. Великие события не меняют сознание. Удивитесь. Чудеса не заставляют человека измениться. Они всегда дидактичны, они всегда знамения, они всегда знак чего-либо, но они не заставляют человека меняться. Нас меняет реальность, в которой мы живем, и наше отношение к ней. Наше взаимодействие с реальностью. Самое важное – это понять, что этот мир един. Что он исходит из одного источника. И все сущее в нем целесообразно, вне зависимости от того, понимаешь ли ты эту целесообразность. И все это ведет на реализацию замысла. И твоя задача – это правильно себя вести в той ситуации, в которой ты находишься, и таким, как ты являешься. Помните, что сказал Мордехай Эстер, когда ему сказал, так сказать, нет никаких, у меня нет никаких возможностей. Он сказал, послушай, все будет хорошо. Евреев спасут. Слушай, знаешь что, я не волнуюсь за евреев, сказал ему дядя Мордехай. Или двоюродный брат, по-разному. Я уже много версий слышал. Не волнует, кто он там был, их родственник, включая мужа. Мордехай говорит, не волнуйся за евреев. С нами Бог. Бог обещал, что все будет. Так или иначе, я не знаю, как, какой ценой. Но евреи будут. Вопрос,
будешь ли ты? Вопрос всегда. Он будешь ли ты? Если, как он говорит, да? Спасение к евреям придет из другого места, но ты и твой дом исчезнут. И посмотрите, что мы видим. Еврейский народ был, есть и будет, пока и этот мир существует, он есть и будет. И даже когда этот мир сменится другим миром, он тем более будет, только лучше. Но вопрос, а ты, а твой дом? Ты должен себя правильно повести. У тебя есть критерии, да, у тебя Шулхан Арух, у тебя есть умные вещи. Но Эстер не вела себя по Шулхан Аруху. И Мордехай не вел себя по Шулхан Аруху. И дело не только и не столько в том, сколько ты прочитаешь благословений, какой экшер ты кушаешь, и так далее, и так далее. Дело совершенно в другом. Они все время думали о том, как надо себя вести, чтобы желание Всевышнего реализовалось. Они жили мыслью о том, что они в любой отдельно взятый момент времени, в любой отдельно взятой ситуации, они всегда должны сделать свой выбор, и этот выбор должен быть обусловлен. Они делают то, что Бог хочет, или не то, что Бог хочет. И это критерий. И это путь. И книжки тебе не всегда помогут. Тебе нужен, да, тебе нужна грамотность, тебе надо понимание. Конечно, конечно, конечно. Я всю жизнь трачу на то, чтобы люди что-то знали. Я не восстаю против этого, не дай Бог. Я только говорю, что иногда не в коня корм. Что мало того, что знаешь теорию, надо жить так, чтобы воля Всевышнего реализовывалась в тебе, тобой, на тебе. И это критерий. И так ты должен оценивать свои выборы, свои поступки, свои повороты и так далее, и так далее. И иногда это может быть очень неожиданные ходы. Например, устроить пьянку для пьяного Ахашвероша и пригласить на нее подонка Амана. Правильность или неправильность поведения, насколько твой выбор был верен, ты узнаешь по результату. А у тебя нет других критериев. Куда это приведет? И ты всегда можешь рассчитывать на то, что Всевышний Он покажет тебе, был ли твой выбор верным. В твоей биографии, в твоих детях, в твоем послевкусии от жизни в старости. Ты поймешь, где твой выбор был верен, где не верен. Бог все время с нами в диалоге. Просто его реакция – это наша реальность. И не надо говорить, что Бог не отвечает. Бог отвечает нашей жизни. И об этом Пурим. Увидь скрытое. И пойми, что все из одного источника. И даже низкий Аман, ни разу не думающий о Боге, а если и думающий, то только в ненависти к Нему, он работает на тот же замысел. И по результатам мы это увидели. Поэтому лыхаем, лыхаем. Да?
с Божьей помощью мы увидим хорошие результаты сегодня происходящего. Вы же помните, что с момента, когда было объявлено, что всех евреев будут резать, до назначенной даты должен был пройти год. И, наверное, вы себе представляете, как этот год жили евреи, зная, что их через год должны всех зарезать и некуда бежать. И я сомневаюсь, что в этот год у них было самое хорошее настроение доминировало. И потом пришлось поработать. Вы думаете, резать всех этих антисемитов – это большая радость? Грязь, руки в крови, кишки. Фу. Но все равно праздник по результату. И мы увидим этот результат с Божьей помощью. И будет опять радость открытая, явная. И мы поймем, что вот это вот сокрытие, оно для того, чтобы у нас прибавился праздник. Хороший праздник. Так и будет с Божьей помощью. Аминь. Теперь Аминь. Относительно заповедей хочу напомнить, что все заповеди Пурима по сути своей направлены на укрепление любви к людям. Я не буду сейчас, я уже, так сказать, переборщил со временем, и надеюсь, меня простят за это. Все заповеди направлены на открытое добро, принести радость другому человеку, помочь ему в его ситуации. Это настоящее выражение религиозности, это настоящее выражение радости. Если ты хочешь настоящую радость, сделай так, чтобы другому было радостно. Безотказно. В каком бы ты ни был состоянии, если тебе удалось сделать так, чтобы кто-то улыбнулся и обрадовался, ты увидишь, что у тебя поднимется настроение. И все идеи, да, вот, и шалахмонес, и матонес лейвьё, и подарки бедным, и посылки, продуктовые подарки там, ближним, да, да и чтение могилы, когда надо собраться. Пуримский пир, да, что такое пир? Трапеза, торжественная трапеза, на которой много пьют. Сказано, гдейлал гимага мекаревес. Хорошо выпить, потому что это сближает, так говорит Талмуд. Идея в радости – это сближение. Если ты сидишь, пьешь в одиночку, ты ничего не выполнил. Нет радости. Нет сближения. И поэтому, если хотите выполнять эти заповеди, если вы хотите, чтобы Пурим был Пурим, помните, на что это направлено. На то, чтобы людям было с вами хорошо. И это настоящий Пурим. У меня вечером с Божьей помощью 18:15 по нашему времени будет вечерняя молитва после этого. Прямо у меня дома. И после этого будет читать Мегилу. И завтра утром будет с Божьей помощью. Утренняя молитва будет читать Мегилу у меня дома. А завтра вечером в Иерусалимской синагоге нашем, мы, естественно, выставим сейчас расписание, будет тоже чтение Мегилы, и соберемся, и там музыкальная программа и так далее. Хотя мне очень тяжело сейчас как бы так вырываться, но я не сумел подготовиться к уроку, я просто говорил то, что чувствую, так сказать, о чем сам думаю, так сказать. Я даже все тексты не подготовил, мне не удалось. Просто от души говорю. Попробуйте
наполнить вкусом, да, содержанием. Не забывайте, ради чего эти вещи делаются. Их идея, их смысл. И работайте на него, на этот смысл. И тогда будет вам Пурим. Так что веселого праздника. Веселого праздника. Да? И дай Бог, чтобы нам открылось рано или поздно настоящий подлинный смысл того, что происходит сегодня.